Елена Толстая отправляется в Скопин, один из старейших городов Рязанской области. Когда-то здесь Дмитрий Донской принимал с хлебом солью бояр и князей рязанских после Куликовской битвы. Ничего не болит! Вылечились! Вылечились! Ура! Вот он, самый центр города. Улицы кого бы вы думали? Здесь можно не только окунуться в историю. А у вас экскурсия в стихах проходит? Но и вкусно поесть. Есть какое-то блюдо истинно скопинское? И провести досуг. Фигуры я сейчас лишусь. Однозначно. Дорожку разложу, всю правду расскажу. Правда, непростую про девку молодую. Город Скопин в программе «Москва и окрестности» на канале «Моя планета».